Давайте возьмем побольше сложности. Я, по-моему, в прошлый раз проходил на I can take it, потом я поднял, короче, обосрался и вернул обратно, да? Но раз уж нам все равно только один эпизод проходить, можно попробовать этот, с учетом того, что я уже игру проходил. Ну, первые два эпизода. Давайте попробуем. Будет плохо, верну назад. Битрейт из заставки немножко хромает. Вау. Меч делает тихие убийства, если у тебя 100 хп и больше. Если зажать кнопку, как я понял. Я не знаю, делать ли громкость тише или оставлять как есть. Опа-на. Я знал то, что должно быть что-то здесь. Возможно, что-то еще. Если у тебя 100 морали тоже и блокирует удары. Понял. Я с мечом, кстати, ни разу не играл. На ютубе качество чуть похуже, чем на твиче, если чё, пацаны. Необычный, конечно, левел. Насколько хорошо играешь в лигу? Когда-то был Diamond, когда играл. Сейчас золото или типа то... Это хорошо или это плохо? Ладно, неважно. Нормальный, конечно, монстр. Понятно. Мне только сейчас сказали о блоке. Если у тебя 50 и больше морали. О, мыло. По-моему, есть какая-то ачивка с мылом или типа того. Нужно на каждом левеле то ли уронить его, то ли типа того. В доске есть кооп, есть арена, знаю точно. Так, я походу просрал чардж-атаку, я красава. Немножко засморчил. Серпы, кстати, оставили. Ладно, мне кажется, проще так сделать. У меня хп почти не осталось. Не проще. Это же высокая сложность, я забыл. Надо блокировать было. Кошмарич.
А чё открылось-то? Чё-то открылось вообще? Там дверь вроде была заперта. Или не было? Было. А блок какую-то часть все равно блокирует, либо я просто криво заблокал. Они там друг друга валят. Это хорошо. Из-за чего, правда, непонятно. Пускай он пока всех убивает, я пособираю всякие ништяки. Не хватает какого-то фонарика, если честно, после других игр. Я хочу прямо его включить и подсветить темные места. А, я понял, из-за чего это. Это из-за Project Warlock. Козёл вонючий. Мне кажется, если эту штуку заюзать на монстрах, то они будут друг друга валить. Давайте проверим. А как его сломать теперь, хорошо? Еще мне дали гранаты, но у меня нету оружия, чтобы ими пользоваться. Отстой. Фонарики на F есть? А, окей, тогда хорошо. Я был прав! Я был прав, чуваки! Кристалл безумия заставляет их друг друга атаковать. Части трупов могу есть? Да вроде нет, вроде это не про эту игру. По-моему, здесь секрет. Тут же подкаты есть, да? Понятно. Чуть попозже к вам вернусь. По-моему, там тоже сломан кристалл, эффект идет. Ну да, они друг друга валят. Кто вообще придумал столько кристаллов здесь оставить? Мы все здесь сошли с ума. Безумные все мы здесь. Секретка вроде была у канистры, сейчас вернусь. Готовьтесь к скримерам, это же Даск. Хотя в прошлый раз скример был чисто из-за доната и все. Понял. Отстой. Ладно. Я так понимаю, это просто то же самое место, куда я заходил в прошлый раз. Или тут какая-то еще секретка должна быть. Музыку можешь потише сделать, чуваки? Синий ключ нужен.
По-моему, здесь больше ничего не осталось. Очень много канистр, может быть, где-то трещина есть. Я не хочу искать все секреты, на самом-то деле. А, ключ-то я нашел, стоп. Все хорошо, у меня ключ есть. У меня хп очень мало. Лол. Он снова эффект безумия словил и убил своего товарища. Патроны на все, что хочешь, есть. Мораль у меня и так на 100. Так нет, штука. Крысы самое просто худшее, что могло быть здесь. Злейший враг. Блин, бежать за кристаллом далековато. Давайте как-то так проходить. У меня осталось 7 хп, я могу засейвиться, конечно. Чтобы с самого начала не начинать, наверное. Потому что не думаю, что кому-то интересно будет на это смотреть. Я читал сообщение Лёли из чата, извините. Я загружаюсь. Это все Лёля виноват. Привет, Шайни. Блин, а хп сегодня будет, не? Но меча урон очень высокий по ходу. Сейчас я беру арбалет, и на меня просто все нападают. Классика, просто классика. Привет, Гидзатополис. Жесть, у меня рука вспотела, конечно. Блин, так не хочется на меч переходить, когда есть арбалет. Но патроны, наверное, тоже не бесконечные. Эта штука прям очень жесткая.
Этот левел играется совершенно иначе, чем все предыдущие уровни Даска, если честно. Он очень интересно построен. Я обосрался, когда он рывок сделал. Это было слишком внезапно. Press key to enter the horror. Чем еще один меч? Интересно. Меня бочкой придавило. Интересно, зачем вот эта бочка? Это новый эпизод, третий, последний. А меч был и до этого, просто он был спрятан. Его надо было найти. Они его вроде как-то переделали. Ферберт вроде говорил. Как-то, знаете, пистолет не особо нужен, когда есть арбалет. Ииу. Музыка, конечно, омега зачетная. А, это не все. Стало жарко, сейчас окно открою. Там бухличка была? Ну-ка. Oh.
Наверное, если бы я сразу взял Climb и залез бы, взял кристаллы, было бы гораздо эпичнее, но ладно. Они бы просто друг друга перевалили. Он же наверняка респавнится, да? Так, я, пожалуй, это с собой возьму. Если получится, конечно. Теперь просто ждем. Спасибо. Тут, кстати, еще один был. По-моему, раньше сундуков не было. Я нашел аптечку на 15 хп. Синий клич, хорошо. Я перебухал. Подождем немножко. Еще бутылочку выпей. Блях! Да неудобно стрелять! Стой! Я пьяный человек, мне это трогать нельзя. Сохранись, F5 работает? F5 не работает, а отдельно сохраняться падлу. Прикольно сделан левел, мне нравится. Не, левел дизайн в таске просто потрясный. Как же он круто их перезаряжает. Но это все не нужно, пока есть арбалет. Правда, мне осталось 9 выстрелов. Вон есть немножко. Оп. С этой стороны такого не сделали. О, мыло! Потрогали. Бросили. Фак. Интересно, где здесь может быть секретка? Я попытался что-то сделать. А как туда запрыгнуть нормально? Ну, явно не таким образом. Но 100 патронов восстановил. Мне показалось, что еще есть эта кнопка. Кажется, это был байт. Возможно, да, кстати. Даже скорее всего. Кто орёт? Ой, красиво, господи. По-моему, я троих убил или типа того?
Или двоих. Но звук был сочный. Смотрите, это просто охеренный переход. Босс-файт, походу, будет, да? От каких-то лавовых пещер к зимнему вот такому вот дерьму. Заброшенному. Волны разрушения. О, вот это охеренное оружие. Люблю его. Кусочек мяса чей-то. Трещина на стене, где конкретно? Походу, ключ откроется. Кулинг-сан, а здесь? Что-то там сложно разобрать, и anyway, я вряд ли смогу перевести. Если бы я знал, что это такое, я бы, наверное, сразу понял. Кстати, а вы говорили, а? Хейтеру сосыти. Правда, снова возвращаться полгода, но я секрет взял. Я думал, она того стоила. Фонарик выключи, ну хорошо. Там, где байт наш мод, там трещина разве? Или ты имел в виду сюда спрыгнуть просто? Короче, по-моему... А, вот это вот трещина, да, действительно. Так, а где бочку? Вон бочка есть. Слушай, ты омега-гений, спасибо. Сейчас главное не просрать бочку. Хорошее оружие, на самом деле, но мне больше нравится, которое сразу взрывается. А что-то я не понял, засчитали секрет или нет? Вот этот, я пропустил. Спасибо за подсказку. Вот так, блин, надо делать шутаны ретро. А не Project Warlock, блин. Так, мне одна кнопка осталась. Это интересно, чем и дает или нет? Возможно, она типа восстанавливает, как в Fortnite. Извините за это кринжевое сравнение, ну ладно. Я подумал, это будет смешно. Мне как минимум было смешно. Easy clap. Че, пацаны, еще разочек сюда возвращаемся? Ой, ты кто такой?
А меч его с двух ударов убивает, понимаете? Он две бомбы пережил. А меч с двух ударов бы его пёзнул. Четыре выстрела из арбалета. Ни хера себе. Я забыл про таких монстров. Сака! Секретка! Какого дьявола? Так, давайте я лучше засейвлюсь на всякий случай. На всякий случай. Я чуть, кстати, не сдох перед финалом левела. На самом деле, грамотно продуманный план. О, вояки. Выглядит очень хорошо. Блин, они первого босса сделали обычным монстром здесь. Или нет, первый монстр не так выглядел. Это скин вообще из этого, из Dusk Arena. Dusk World. Первый босс, по-моему, был просто огромной собакой. Тремя огромными собаками, к сведению. По-моему, раньше лестниц не было, либо я забыл. Куда он пошел? Это несправедливо. Я вас понял. Ладно, не страшно. Я могу сейвиться каждую секунду, но вам не будет так интересно. И мне так тоже не будет интересно. Нет, вам, может быть, и будет интересно. Но мне точно не будет так интересно. Меня, походу, вообще в спину убили, или типа того. Ой, наловил урона, как ретард. Можно рестарт сделать уровня или нет? У меня просто все это время очень сильно чесался нос, и я не мог нормально сосредоточиться. Я типа поторопился брать, как называется, ключ. Держи, нажми 0. Серьезно, сигара? Это с апдейтом добавили или это всегда было? Может быть, короче, в конце какого-нибудь потного момента. Или после босс-файтов использовать. Я сначала подумал, что это, типа, знаете, комичная рука из Майнкрафта.
Зачем везде меч кладут? Так, главное не взять ключ. А после того, как его взять, идти на этот джампад и взять ускорение. Тогда будет все хорошо. Сраные крысы. Как я ни разу не попал, блин, бомбой. Все, больше пить нельзя, иначе будет плохо. Эта дверь открывается где-то в другом месте. Интересный секрет. Я, кстати, могу в эту щель залезть? Могу. Но смысла это никакого не имеет. Возможно, это выход откуда-то. Была бы двустволка, конечно, было бы хорошо, а так патроны на дробовик вообще не всрались. Я, правда, не помню, используются они один и тот же боезапас или нет, но, наверное, должны. А-а-а. У меня все есть, и хп есть, и патроны есть. А вот винтовки не было. Надо, наверное, выпускать демонов. Где мой пулемет? Я не вижу, где я, что я делаю. Я нашел секрет. Ну, это классика уже. Не особо вовремя. Телефраг. Неплохо, неплохо вышло. О, бэби, трипл. На джампаде. Что это такое? С другой стороны. Нормально. Секреты, конечно, классно нахожу. Да, красный ключ вызвался вообще. Я что-то не особо помню. А, вот, все. Башенка эта. Это было просто тупейшее решение. Ну ладно. Не иди в колодец. Thank you.
И что дальше? В чем смысл этой башенки? Колодец открылся. О, боже мой, как неприятно. Мне, блин, стрелять нечего, у меня кончилось все мое любимое оружие. Ладно, будут шотганы. Дом открылся. Хорошо. ХП не особо много. На этой сложности без соточки как-то не чувствуешь себя комфортно. Я застрял в крыше. Ничего поделать не мог. Это новый Серьезный Сэм? По-моему, на Серьезного Сэма вообще не похоже. Либо я слишком мало в него играл. Так, хорошо, и зачем мне это все? Понял. Блин, нихера не видно, если честно. Может быть, тут где-то трещина в стене есть, и можно чем-нибудь взорвать. Но, по-моему, мне нужно снова взять эту штуку. Камушек оставлю пока здесь, если что, вернемся. У меня ничего здесь больше нет. В колодец, походу, идем. Наверное, да. Я, по крайней мере, больше ничего не вижу. Сейф. Да вот хз, тут есть горячая клавиша на сейф, может быть, кто-нибудь знает? Я просто когда первый раз играл в Dusk, я вообще не сейвился. Но я играл на сложности, где умереть... Твою мать, босс. Где умереть было сложнее. Как нормально оружие взять? О. Ну это абьюз какой-то. Ладно, давайте без сейвов играть. Даже если я сдохну, я загружаться не буду, а лучше левел заново начну. Это как-то, ну, весь смысл сложности будет убивать, это тупо. Может быть, вам, конечно, вообще супер стрёмно будет смотреть такой стрим, но это хотя бы как-то нормально будет. Задохнуться, походу, в этой игре нельзя, потому что я очень долго с ним дрался.
Привет, Лёша, привет, Маша Кинс. Вау! Затопило локацию полностью. Я думаю, какого хера я летаю? Понятно, почему я их так долго с пистолетов убивал. Их, блин, арбалет еле пробивает. Можно поплавать, все секреты собрать. Если они, конечно, еще остались. А был же еще запертый дом. Но, походу, до сих пор не открылся. Не, можно открыть. Сигару под водой, давай проверим. Да вообще без проблем. Ну, кстати, туда без возможности карабкаться все равно не попасть было. Так что нормально. Нормально, я сначала одного убил такого, теперь здесь их куча. Алексей, зачем ты капсишь еще и ми юзаешь, пожалуйста? Используй что-то одно хотя бы. Сейчас качество. На ютубе такое качество. На твиче чутка получше. А в записи будет, наверное, вообще идеально. Я надеюсь, мне вообще места на жестком диске хватит, на самом-то деле. Че, все, поплыли. Shadow Fiash. Outer Worlds? Да, видел. Жду. Я прям знал то, что это будет конец левела.